Друзья, всем привет, вы смотрите канал Bounty News. Сегодняшний мой обзор посвящен проекту IoTeX. Для начала я хотел бы разобрать понятие, что же такое IoT. Расшифровывается это как Internet of Things, или дословно на русском языке интернет вещей. Если брать описание термина с Википедии, то это концепция вычислительной сети физических предметов или вещей, оснащенных встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой, рассматривающей организацию таких сетей как явление, способное перестроить экономические и общественные процессы, исключающие из части действия и опираться на необходимость участия человека. В 2017 году термин «интернет вещей» распространяется не только на киберфизические системы для домашнего применения, но и на промышленный объект. По оценкам компании Ericsson, уже в 2018 году число датчиков и устройств Internet of Things превысит количество мобильных телефонов и станет самой большой категорией подключенных устройств. Совокупный среднегодовой темп роста данного сегмента в период с 2015 по 2021 год составит 23%. Аналитики компании прогнозируют, что из приблизительно 28 миллиардов подключенных устройств по всему миру к 2021 году около 16 миллиардов будут связаны с IoT. И вот мы теперь подошли к описанию самого проекта, который работает над созданием децентрализованной сети для IoT. Давайте же рассмотрим, о чем же данный проект и чем же отличается он от других проектов в данной сфере. IoTeX – это следующее поколение, ориентированное на IoT, блокчейн-платформа с большой масштабируемостью, конфиденциальностью, изолированностью и также со способностью к разработке новых приложений и экосистем. Как же все это будет работать? Согласно White Paper, IoTeX применяет инновационную технологию, которая называется блокчейн в блокчейне. Она состоит из нескольких блокчейнов, которые могут работать одновременно и расположены иерархично. С помощью них происходит управление субцией, которую создают сами разработчики или компании для подключения и взаимодействия своих устройств с IoT. Рассмотрим принцип работы по данной схеме. Главный блокчейн управляет несколькими независимыми субцепями, и при этом цели основного публичного блокчейна и субцепей, и при этом цели основного публичного блокчейна и субцепей очень похожи. Они работают в равных окружающих средах, и у них одинаковый уровень защиты. Какие же проблемы решает платформа IoTeX? А проблемы она решает следующие. Проблема масштабируемости, недостаток приватности, недостаток функциональной ценности, высокие эксплуатационные расходы. К основным функциям платформы IoTeX относятся быстрое достижение консенсуса, встроенная конфиденциальность, координация автономного устройства, блокчейн. IoTeX будет иметь собственный цифровой криптографически защищенный токен под названием IoTeX. Этот токен станет основным компонентом экосистемы IoTeX и предназначен для использования исключительно в сети. Проект IoTeX не позиционирует себя как ICO. Команда отменила токен сейл и решила сделать фокус на построении активного глобального сообщества и поэтому регулярно публикует программы для их вознаграждения. Они делают charity programs, то есть такие благотворительные программы, где каждый может пожертвовать определенное количество эфиров и получить бонусы. Участвуя в них, люди зарабатывают очки, которые смогут обменять на токены. Сначала это будет ERC-20 токен, а когда будет готов Mainnet, он переведется в IoTeX токен, который будет использоваться в качестве основной криптовалюты в основе платформы. Всего будет выпущено 10 миллиардов токенов. Для одной из таких программ, например, если вы инвестировали больше 0,2 эфира, то вы получите фиксированное число токенов в размере 16 тысяч IoTeX. На данный момент charity программ закрыта, но компания обещала провести еще несколько charity programs, так что подпишитесь на их соцсети, чтобы следить за всеми обновлениями и акциями. Команда представлена профессионалами с большой буквы, за плечами которых большой опыт работы как в области блокчейн, так и в других отраслях. Рауль Инчай. Соучредитель, кандидат наук и научный сотрудник в области криптографии в Waterloo. Начальник отдела криптографии в Uber, инженер по безопасности в Google, имеет более 8 лет опыта работы с криптографией и блокчейном. Киван Гуа. Соучредитель, кандидат технических наук в Национальном университете Сингапура, инженер-программист, научный сотрудник Facebook, инвестор и советник, автор более 20 научных публикаций и патентов. И другие ребята, они тоже очень крутые, сильные, с очень хорошим бэкграундом. Рынок IoT очень огромный, и у него большие перспективы роста. У проекта IoTeX физически нет конкурентов, и он выступает как бы первопроходцем
Ротсон в этой отрасли. Сильная команда, перспективное направление, также стоит отметить большую поддержку сообщества. Все это говорит о том, что проект будет очень перспективным и сделает наш мир в будущем намного проще. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и всю основную информацию по данному проекту я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание.